Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве TCL20L сделать сброс настроек приложений. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел приложения, затем посмотреть все приложения, тыкаем здесь и выбираем сбросить предпочтение приложений. И затем подтверждаем, нажав сбросить, и после этого все настройки приложений будут сброшены. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!